Всем привет! Вы на канале Мак ТВ. И сегодня мы с вами будем лепить тыкву. Для этого нам понадобится оранжевый цвет пластилина, так как тыква у нас в основном оранжевого цвета. Делаем такой шарик. Потом зубочисткой делим его на такие ячейки. Оказывается, что русское слово «тыква» по одной из версий, возможно, происходит от прославянского, что означает «жиреть», «толстеть». Однако есть еще одна версия, что это слово «тыква» происходит от греческого, что означает «огурец». Потом берем зеленый цвет, из которого мы делаем листик. Вот получился такой у нас листик. Такими прожилками. А теперь мы сделаем ветвистый усик стебели тыквы. Для этого из зеленого пластилина раскатываем такую тоненькую колбаску, такой шнурочек тоненький, и прикрепляем его к нашей тыкве. Сверху укладываем листик, который мы уже слепили, подготовили. Потом из зеленого цвета, из маленькой кругляшки, делаем такой корешочек. Вот такая тыква у нас получилась. Очень легко и быстро. Спасибо, что смотрите мои видео. Если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал Мак ТВ. Присоединяйтесь к группе в Facebook, чтобы не пропустить выход новых видео. Пока-пока!